Бирюсинском районе в результате ДТП пострадали 4 человека. Авария произошла накануне утром на 65-м километре автодороги Вологда-Новая Ладога. Как сообщает областное управление МВД, мужчина 77-го года рождения за рулем Kia Rio, выезжая со второстепенной дороги, не уступил автомобилю Dodge, за рулем которого был мужчина 88-го года рождения. В результате столкновения пострадали водители транспортных средств, а также пассажиры Dodge, женщина 87-го года рождения и девочка 2013-го. В Череповце перед судом предстанет женщина, ребенок которой выпал из окна квартиры. Как сообщает областное управление Следственного комитета, череповчанка обвиняется в оставлении в опасности и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Инцидент произошел 12 июня на улице Устюженской. Нетрезвая 38-летняя женщина легла спать с открытым окном. 6-летний сын по дивану залез на подоконник и упал с высоты 5-го этажа. Ребенка доставили в больницу с травмами, а затем изъяли из неблагополучной семьи. Череповцы рассказали о предварительных итогах проверки общественного транспорта. По данным ГИБДД города, проверяется соблюдение масочного режима водителями и пассажирами. Как отмечается, горожане стали реже забывать про средства индивидуальной защиты. За время проведения профилактического мероприятия с начала августа было привлечено к ответственности 5 человек. В 82 случаях ограничились профилактической беседой. Подозреваемого в краже дорожных знаков задержали в Белозерске. Как сообщает областное управление МВД, на улицах Свободы и Карла Маркса исчезли знаки «Уступи дорогу» и «Главная дорога». Ущерб оценили в 3000 рублей. Оперативники выяснили, что один из знаков украл ранее судимый местный житель 82-го года рождения, который он сдал в пункт приема металла, а на вырученные деньги купил спиртное.